Ребята, всем привет! Сейчас готовимся к стриму. Купили креветочки, была акция. Акция на них очень редко, поэтому, когда есть, стараемся взять. Ну, конечно, это редко происходит, но тем не менее. Такие вот, конечно, они что не очень, потому что он в голове одне лайно. Одне лайно. Настя, иди посмотри. Они все в говне головы. Ну, в прямом смысле. Хотела скидку получать. Иди посмотри. Смотри, все в голову в говне. А раньше там икра была. Где? Вот это. Поможет? Она же по скидке. Подозрительная. Она же по скидке. Да ну его нафиг, я не буду это есть. Не мама говорила, что недавно люди умерли. Началось. Ребята, смотрите, как я обычно готовлю креветки. Вообще, я их предварительно размораживаю либо кипятком, либо просто они сами по себе размораживаются. И кидаю сливочное масло. Но так как сейчас у нас нет времени, мы кинули их на сковородку и разморозили на сковородке. Вода ушла, добавляю кусочек масла, может еще чуть-чуть обрежу. Чуть-чуть, ну чуть-чуть. И сейчас буду туда чесночок вытирать. Чесночок. Так. Чеснок добавили. Короче, я не могу найти досточку. Ой, досточку, эту лопатку, поэтому вот так. Сейчас буквально 2 минуты вот, пусть чесночок румянится. И будем заливать соевым соусом. Ага, включимся. Так, ребята, соевый соус я уже добавила. И теперь лимончик. Пошел, не давится. Поставим. Морепродукты любят лимон, а что с ним? Не знаю. Не, не давится вообще здоровый лимон. Угу. Ну ладно, все, мы так перемешиваем, буквально минуту и уже все готово. Да, аромат вообще. Да, пахнет. Сейчас все, уже запах. Не знаю, соевого все. Прям много я не хочу. Соленое будет. Да, все, идеально, я считаю. Попробуйте. Советую всем морепродукты, вкусно, да. Это полезно, очень классно, на диет можно кушать. Даже минуту ждать не буду. Все, буду кушать. Еще советую вам. Ням-ням. Ребята, все, креветки готовы, поделили мне и Насте. Потом мы купили такое вот пиво Корона, когда-то в Украине пробовали, оно хорошее. Здесь, конечно, оно очень дорогое, продавалось только в паке, в такой коробочке. 6 бутылок по 355 миллилитров. Сколько стоит? 6,50? Да, 6,49. 6,49, да, дорого, конечно. По 355 миллилитров. 6 бутылок, это, наверное, около 2 литров, да? Да и не тебе. Пишите в комментариях, любите ли вы пиво и какое пиво вы пьете. Также Настя принесла авокадо, нарезала, и лимон, а? И немножко неправильно нарезала. Сейчас будем брать штатив и включаться в эфир. Офигеть, ребята, я просто в шоке. Ну, типа, за что такие цены? То, как продукт должен быть по скидке, потому что он перезаморожен был, видимо. Либо это уже пропавшее, ну реально видно, что там вот в голове не столько говно, а оно прям темно-коричневого цвета, то не говно. А то пропавший продукт. Да говно это. Да не говно это. А что? Это пропало, оно значит. А здесь что это такое? Чеснок? Да. Я просто не понимаю, почему нет скидки. Почему? Потому что скидка была. Сколько была скидка? 2 евро скидка. Точно? Да. Ну сам факт, ну нет, ну подожди, ну должна быть больше скидка. Хотя бы 20% скидка должна быть. Но оно пропавшее. Ну, что я сделаю уже? Знаешь, сколько от морепродуктов умерло людей? Ну, что теперь, не видишь? Короче, у нас сейчас прямой эфир, трансляция начнется, и настроение такое все портится, потому что деньги им тратятся очень хорошо и быстро, а не понять никуда. Ну, захотели взять морепродукты у креветок, вот сейчас поедим, увидим. Надеюсь, что все как-то обойдется. Ну, я в шоке. Я хочу просто материться, но я не буду. Ой-ой-ой. Напишите, ребята, вы покупаете в Германии морепродукты, и чи всегда они бывают свежие или нет? Просто реально, ну, меня сейчас бесило это. 30% и пользуемся, ничего. Ну да, так что так как-то. Это всем привет. У нас суббота. Нам пришли такие вот 2 сим-карты от О2. Сейчас акция, мы заказывали через интернет. 24 евро, 23,99, ну, 24 евро в месяц. Акция тем, кто до 29 лет. Вот. Это скидка, да? Да.
А сколько вообще они до этого стоили? 30. О, ну прикольно, ну да. Хоть какая-то скидка. Да. И получается 40 евро подключение. То есть за все, за две карты мы отдаем 128 евро. Сейчас мы будем их настраивать, потому что еще не списались деньги с карты. Я только оставила на сайте IBAN расчетный номер. И теперь вот я думаю, после того, как мы их активируем, автоматически да, произойдет списание, да, да, скорее да, всего так. Да. Ну, я вообще не понимаю, конечно, почему такое дорогое подключение да. вообще. Ладно, бы 40 хотя бы евро по десятке за одного. Собрали. Ну, а, подожди, ну, да. А за что подключение? Что я до сих пор не могу понять, какое подключение? Что я они не сделали? Знаю, ничего, я все сама сейчас буду подключать. Ты бы отдавала свои данные, выписывала. Да, все сама делала. Вот это меня раздражает, конечно. Тогда же нет разницы, типа через интернет ты заказываешь, либо ты на месте. Все равно 40 евро с тебя забирают. Да, вот это, конечно, шокирует. Одноразово, конечно, но тем не менее. 40-40-80, плюс пополнить 128 евро. Хорошо, что последующие месяца будет по 24, а не по 30. Конечно же, хоть какая-то выгода. А это навсегда будет или нет? Ну да. Да. Вроде как да, я не знаю. Угу. Не, ну меня радует. Сейчас увидим, конечно. Я надеюсь, что этот интернет будет безлимитным. Хотя иногда ребята говорят, да, что... В Германии туговатый интернет. Очень плохой, да. Плохой. Ну, будем сейчас пробовать, настраивать. Может, увидите сами, как мы делаем. Может, вам будет это интересно. Если что-то, мы, может, и снимем. Да, да, единственный плюс этого всего, это то, что я выбрала без контракта. А. Не на 12 месяцев, не на 24, а без контракта. То есть, нужно предупредить за месяц, что ты прекращаешь... пользоваться услугами О2. Ага, ну, хоть так, хоть удобно, хоть так. В общем, сейчас будем разбираться, читать инструкцию, что нужно делать. Итак, ребята, подключили, значит, мы все-таки карточки О2. Было трудно. Было трудно почему? Интернет зависал, сайт завис. Также не работало приложение. Приложение плохое. Не знаю почему, но реально там надо... Я не знаю, сколько раз ты это... нажимала, чтобы оно заработало. И еще такой большой минус. Карточки нам пришли поздно. И вот вчера было 20 число, и мы их только подключили. Получается это как? Что типа месяц это просто так ушел, а вот с 20 числа по какое-то там 23 дня остается. Ну, 23 дня мы тогда, получается, пользуемся интернетом, а не целым месяцем. Да, нет, ну, там же так написано. Ну да. Ну это сейчас так, а потом, я надеюсь, слава богу, пойдет все по порядку, типа будем пользоваться каждым месяцем. Что могу сказать? Аня мучительно, конечно, подключала этот интернет и сим-карту долго настраивала, но эффективность хорошая, скажу вам так, 5G работает. А? 5G. Работает хорошо. Я вчера сидела, у меня... закончился другой интернет, и я, Аня, когда подключила мне эту сим-карту, я сидела в Инстаграме, Фейсбуке, Ютуб, и как бы там люди говорят, вот, в Германии плохой интернет, нет, шикарный интернет, вообще хороший, да? Скажи, Ютуб сразу загружает, можешь себе перемотнула, сразу включился, там Инстаграм, Фейсбук, очень хорошо. Ну, ладно, 5G быстро телефон разряжает. Ну, это понятно, и так логично. Но сама суть, что мне понравился интернет, хорошо срабатывает. Не знаю, как у вас, напишите, кто пользуется О2. Но мне очень понравилось, что быстро и эффективно работает. Но то, как настройки и приложения, конечно, зависают, вот это меня раздражает. И, кстати, я даже не знаю, ты знаешь уже, как проверять интернет или нет? Нет, только в приложении. Приложение, да? Вот, ну, как проверять? Он же... Ну, типа, без лимита. Ну, меня короче. Меня просто убедает тот факт, почему... Подключение 40 евро. Какое подключение, если мы все сами делаем? А, да, кстати, ребята, тоже такой минус. Я думаю, кто подключал немецкие карточки в Германии, и вы столкнулись с таким, что нужно, либо если вы онлайн делаете эти карты, или даже если вы идете там на улицу подключить сим-карту, то нужно платить вот в О2. 40 евро с каждого. Мы заплатили за двоих 80 евро. Плюс еще сами карточки сколько? По 25. По 25. Да.
Ну, скидка. Сейчас скидка, поэтому мы взяли эти карточки. Говорят, что навсегда вот два будет эта скидка. Нет, ребята, может кто-то разбирается и знает, за что берут да. эти 40 евро, напишите. Мне просто интересно, просто Аня все заполняла, ну, все эти сим-карты, информацию, документацию про себя, про меня, типа, за что они берут. Мне просто интересно. Ну, данные они просто переписывают, данные просто, получается, не переписывают там на компьютере у себя или что, я не знаю, как они это делают. Просто реально интересно. Я согласна, что оно должно быть хотя бы 10 евро, но не 40. 40 это перебор. А как, извините, бабушка должна, ну, понятно, что, может, в Германии хорошие пенсии, но я считаю, все равно это перебор. Ну, перебор из перебора. Вот такие дела, ребята, вообще напишите, как ваши дела, подключали ли вы сим-карты немецкие, была у вас такая сумма большая или нет, мне вот интересно. Да и вообще, какой, чем вы пользуетесь, господи. А мы сейчас идем готовить. Выходной день, завтра у нас курсы начинаются, так что завтра мы, может, включимся, будем на перерыве после курса, будем рассказывать, как наши курсы, и вообще, что у нас приходит в жизни в Германии, и в общем. Так что такие дела, ребята, всем пока, всех целуем.